Прошлой ночью в Чебоксарах на пульт спасателям поступил сигнал СОС. За помощью обратился мужчина, который пытался переплыть Волгу в районе центрального пляжа. Сильное течение и холод помешали осуществить задуманное. К счастью, пловец подготовился к заплыву, надел спасательный жилет и взял телефон, с которого и сообщил о своем местоположении. Как оказалось, это уже не первый опыт экстремала. Он раза три приплыл в Волгу, то есть один раз даже мы его как бы ловили, то есть его запихивали на катер. А так получается, он хотел переплыть, потому что там, ну, жизнь, там какая-то сложная ситуация у него произошла. Он очень сильно замерз, боялся там потерять сознание, боялся, что у него сейчас произойдет там судорога. Спасатели нашли смельчака по сигналу от фонарика. Доставили его на берег, закутали в теплое одеяло и напоили горячим чаем.